Самодельные конфеты «Трюфель» – это десерт на все случаи в жизни, он прекрасно впишется в тематику любого праздника или фуршета, просто, вкусно и много, рассказываю, как приготовить домашний трюфель. Основу можете сделать с добавлением разных видов ликера, алкоголя или кофе, сам трюфель можно оставить в классическом виде, обвалять в какао, панировочных сухарях, вафельной крошке или крошке из печенья, в измельченных орехах, в кокосовой стружке, сахарной пудре или в разноцветном сахаре. Вариантов подачи этого десерта очень много, каждый найдет подходящий. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Шоколад смешайте со сливочным маслом и щепоткой соли. 2. В микроволновой печи или на плите подогрейте хорошенько сливки, но не доводите их до кипения, влейте сливки к шоколаду и оставьте на 5-7 минут. 3. Спустя необходимое время венчиком перемешайте смесь, сначала она будет зернистой. 4. Продолжайте перемешивать и в результате получится однородная шоколадная паста. Жду ваших лайков и комментариев. 5. Разделите шоколадную смесь на 3 порции, в одну порцию добавьте по 3 столовые ложки свежезаварного кофе, в другую влейте ром, а в третью – ликер, каждую порцию хорошенько перемешайте. 6. Накройте каждую тарелку пленкой и отправьте смесь на 3 часа в холодильник, спустя необходимое время достаньте и ложкой возьмите немного шоколадной массы, вручную или с помощью специальной ложки придайте массе форму шариков, выложите все шарики на поднос и отправьте в морозильную камеру на 20 минут. 7. Достаньте шарики из морозилки, подготовьте кокосовую стружку, измельченные орехи и какао, выложите все в разные тарелки, обваляйте шарики в разных тарелках. 8. Переложите разные шарики в отдельные контейнеры и храните в холодильнике. Приятного чаепития! Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Шоколад 680 грамм. Сливки жирные 2 стакана. Сливочное масло 2 столовые ложки. Соль 0,5 чайных ложки. Ром 3 столовые ложки. Ликер 3 столовые ложки. Кофе 3 столовые ложки. Кокосовая стружка 1 стакан. Какао 1 стакан. Орехи 1 стакан. Количество порций 40-50. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Пусть вам сегодня повезет.